Всем привет! Антиохийская церковь на заседании своего синода 27 июня решила не признавать ни решение Святого и Великого Собора на Крите, ни его всеправославный статус. Вот это поворот! Вполне ожидаемо, учитывая столь близкие отношения Антиохии с Москвой, вполне логично, что Кремль своих подчиненных за пределами страны будет использовать по полной, чтобы разогреть обстановку в православной среде. Как говорил Владимир Владимирович, наших людей там нет. Сценарий все тот же – решать монаршеские вопросы чужими руками. У меня все.